Всем большой-большой привет! Снимаю для вас заказ Faberlic по 15-му каталогу. Если вам интересно такое видео, оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Так, я заказала много продукции по распродаже, по очень низким ценам, поэтому сейчас все вам покажу и расскажу. В первую очередь я заказала вот такие вот шарики для устранения запаха в холодильнике. Они были с огромной скидкой, я просто не могла их не заказать. Это для моей мамы, она давно их хотела. Ну вот как-то за 200 рублей, не 199 рублей, по-моему, стоит. И она говорит, для шариков дороговато. А сейчас скидка была где-то 50%, и она с удовольствием взяла. Так, мне вот такие каталоги пришли. Это каталог номер 16. И один я уже отдала для свекрови. Она, в общем, мы встретились с ней, и я ей отдала. Так, это чек. Так, дальше я заказывала вот такие вот две масочки, очень хорошие, я могу всем посоветовать абсолютно, это обалденнейшие маски, они идут для длинных и возрастных волос, я уже такими пользовалась, такой точнее, у меня была одна и был один шампунь, они фольгированные. Ну, она, в общем, такого бело-золотистого цвета с блесточками, с мелкими. Блестки эти вообще никак не остаются на волосах. Потрясающая мягкость, шелковистость дает просто шикарного качества волосы после этой маски. Моя парикмахер сказала, что мои волосы выглядят как будто после длительного лечения и восстановления профессионального. Она меня спрашивает, а ты лечишь волосы сейчас интенсивно? Я говорю, нет. Я пользуюсь Faberlic, то как раз в время, когда я ходила, я пользовалась вот этой маской и шампунем. Ну и, конечно, заказала шампуни. Шампуни тоже самое из этой же серии, потому что эта серия теперь моя самая-самая любимая. Мягко очищает волосы и кожу головы, действительно очень мягкие шампуни, потрясающе мягко относятся к волосам, не сушат волосы, не сушат кожу, белый перламутровый оттенок, запах очень приятный, вообще обалденный запах. У меня еще для окрашенных волос были в красном тюбике, но вот этот вообще просто шедевральный продукт Faberlic, могу посоветовать абсолютно всем. Дальше я заказала для мамы вот такое мыло, крем-мыло для рук с ароматом жасмина, милый жасмин. Оно тоже было там дешево, по 69 рублей, по-моему. Объем здесь очень маленький, всего лишь 200 мл. И артикул 8542. Ну, вот не знаю... Я думаю, маме понравится, она любит все, что связано с жасмином. Так, далее я себе уже заказала, у меня заканчивается, там всем чуть осталось. Это гель для интимной гигиены, Brise d'Amour. Вот такой вот, у меня сейчас точно такой же. Очень нравится, хорошо смывается. То есть от Avon, если гель, он такой скользкий, смывается более, нужно долго смывать. Этот смывается очень быстро, не сушит, раздражения никакого не оставляет. Очень нравится, я думаю, многим, даже, может быть, всем подойдет. Мне очень нравится. Маме заказала помаду из... серии «Райское увлажнение», оттенок 46-52, персиковый сорбет. Уже не первая эта помада, именно этого оттенка, мама ее обожает. Так, при заказе вот этого вот интимного геля можно было заказать за 29 рублей влажные салфетки для интимной гигиены с экстрактом ромашки. Их 15 штук. Дальше по распродаже уже заказала вот такие вот матирующие салфетки для лица Young. Так, они тоже очень дешевенькие были. Ну, в общем, 15 штук их тоже буду использовать, когда лицо нужно протереть, тоже в сумочку брошу. В общем, вот две упаковки салфеток. Также заказала Faberlic CC крем, ну, я уже про него 500 миллионов раз говорила, что это мой любимчик. На данный момент, и вообще все лето им пользовалась, сейчас я им пользуюсь, и он пока у меня фаворит-фаворитище, так скажем, я его очень люблю.
Дальше. По распродаже заказала крем для рук огурец и лимон. Очень такой приятный аромат у него. У меня что-то было из этой серии. Пахнет больше огурцом. По-моему, у меня был гель для душа такой. В общем, он пахнет больше огурцом. И я думаю, больше такой увлажняющий идет. Да, увлажняющий крем для рук и кислородным, так, с кислородным комплексом. Вкусно, но не съедобно, только для наружного применения. В общем, буду пока им пользоваться. Может быть, пока оставлю, еще не знаю. Просто тут распродажа решила его взять. Также в распродаже взяла карандашик из серии Eye to Eye, черный агат, он идет черный с блесточками, сейчас сделаю сводчик. Вот такой вот он яркий, насыщенный, очень мягкий, я думаю, если кто делает для слизистой, в общем, как каялом пользуется, он идеально подойдет, он очень-очень мягкий, вообще быстро чертит, и блесток в нем вот я не наблюдаю, так что мне очень понравился. Пойдем дальше. Заказывала я вот такие вот две капсулки. Это для возрастных волос. Также я крашу волосы маме. Не знаю, сейчас посмотрю, какого они цвета. Вот такие вот желтенькие. В общем, маме тоже нужно такие капсулы. Она говорит, я тоже хочу. И тут все то же самое написано. Да, содержит церамиды, восстанавливает, питает волосы изнутри, придавая им силу, стимулируя рост. Ослабленные волосы вновь становятся блестящими, мягкими и шелковистыми. В общем, вот такие вот две капсулки тоже по распродаже я брала. И последние это вот такие вот две капсулки для сухих и обезвоженных волос. Потрясающие вещи. Вообще, вот эти капсулы я пробовала зеленую, розовую. И зеленая пока мой фаворит, но я еще не пробовала вот такие. Так, здесь содержит, в общем, какой-то комплекс, столь необходимый сухим и обезвоженным волосам. Глубоко увлажняет волосы, поддерживает водно-липидный баланс кожи головы, предотвращая потерю волосами влаги. Волосы выглядят эластичными и полными жизненных сил. Ну, в общем, здесь, я думаю, она голубенького цвета, да. Такая вот капсулка. Так что вот, в принципе, и весь мой заказ. Вот такой вот заказ у меня и получился. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь. Всех люблю, целую, пока-пока. И увидимся в следующих видео.